надо домой заехать. Собрать вещи. Привет. Привет. Целый месяц тебя не будет. Это слишком долго. Ну, это же гастроли. Кофе. Яичница. Я тебя люблю. Я тебя люблю. Не скучай. И веди себя хорошо. Все, я уехал. Пока. Удачи. Спасибо. Моя милая девка, не оставляй меня. Под твоим окном я дожидаюсь тебя. Мы будем танцевать две ночи и три дня. Моя маленькая, ты так хороша. Жизнь без тебя не стоит и гроша. Когда ты рядом со мной, замирает душа. Моя милая детка, моя милая детка, милая детка, милая детка, милая детка. Моя нежная кроха, давай побудем вдвоем. Ты будешь рядом со мной и ночью, и днем. Кружась в этом танце, с тобой мы не уснем. Моя маленькая, ты так хороша. Жизнь без тебя не стоит ты гроша. Когда ты рядом со мной, замирает душа. Моя милая детка, моя милая детка, милая детка, милая детка, милая детка. Моя страстная бэйби, клубничный пирожок. Давай еще раз танцуем, дружок. Ты только береги свой острый каблучок. Моя маленькая, ты так хороша. Жизнь без тебя не стоит и гроша. Когда ты рядом со мной, замирает душа. Моя милая детка, моя милая детка, милая детка, милая детка, милая детка. Дина, привет! Привет! Саксофонисточка наша! Привет! Привет! Сыграешь сегодня? Нет, я ж на музыку давно завязала. А почему? Да и не мое это. Денег вообще не приносит. Привет! Привет, дорогая! Сколько лет, сколько зим. Игнорируешь ты наше сборище выпускников. Да. У меня Костя уехал. Я решила хоть кого-то из наших повидать. Так он здесь? В смысле? Ты мне даже не позвонил? Вы что, раньше закончили? А поговори с папой. Ага. Подержи. Алло, да? Да, Александр Юрьевич. Подали. Угу. Ну, через месяц. А в следующие выходные приедем к вам, конечно. Ну что, Мил? Все в порядке? Милый. Пойдем поговорим. Что при таких обстоятельствах буду тебе говорить, но нам надо расстаться. И это не спонтанное решение, я давно это все обдумал. Просто с Лилей мы поехали на гастроли, у нас окончательно все так закрутилось, что мы даже заявление в ЗАГС подали. ЗАГС? Угу. Случайно. Ну, послушай, дело не в тебе. Ты замечательная, хорошая девочка. Дин, я надеюсь, что мы останемся друзьями. Пусть все. Thank you.
Ты что, только одну купила, что ли? Да. Костя купила его любимый коньяк. Тогда допивай. Я пошла. Там? Ну? Настроение под ноль. Здравствуй, крепкий алкоголь. Оливки у тебя есть? Я могу к себе сходить. Ой, да не надо ничего, Аль. Ну что, ты его номер-то удалила? Смысл? Я его все равно наизусть знаю. Пьем! Да закусывай хоть. Я не могу, у меня диет. Ну что, тогда ты хотя бы его номер в черный список занеси, чтобы он тебе не назвонил. А смысл? Да он не будет мне звонить. Он готовится к свадьбе, снимает ей клип на ее песню. У нее слуха ноль, но зато у нее папины деньги. Она такая красивая, такая высокая, блондинка. Ну, такие губы, такие глаза, такие груди. Че, у нее все большое, я не знаю. Локти тоже нормальные, коленки, суставы там гигантские. Че-то ничего вообще, ну. Да пофиг, плевать. На него, на нее, на все поливать. Как говорится, я, конечно, не ревную. Ну, без волос ей было бы лучше. 3 года, Аля. 3 долбаных года мы прожили вместе. И он даже не думал ни о каком будущем со мной. А тут за месяц. Месяц сколько? 30 дней. Он решил сделать предложение руки и сердца. Все. Тост. Давай. Посмотри на меня. Так. У меня либо богатый, либо знаменитый, либо 2 в 1. Но не ни шагу мимо, на всякую мелочь я не размениваюсь. Где этот ходячий набор мечты? Если его сейчас рядом нет, это же не значит, что он не идет. Он как бы ко мне приближается. Я просто себя уже сейчас так веду, как будто я готова. Ну, то есть я реально уже готова. Это трансерфинг реальности. Мое сердце сейчас открыто всему новому, всему вот счастливому, любви, я понимаю, счастью. А я так не могу. Наливай. Не можешь от внутреннего, значит, пойдем от внешнего. Тост! Посмотри на себя. Ну, реально, что это? Это типа стиль? У тебя обувь, вот, в прихожке. Как она вообще называется, вот, человечьим языком? Нормальная, удобная обувь. Я целыми днями хожу. Документы сюда, документы туда. Принесите кофе, решите это. А ты? Это тапки застиранные, засаленные, без каблука. Это ты можешь на каблуке, ты сидишь в своей редакции, а я бегаю целый день туда-сюда, принеси, подай, документы распечатай, кофе налей, это сорганизуй. Нормально, это я... Да у меня интервью, разъезды, ты вообще мой график видала, что ты ржешь? Я всегда на шпильках, потому что я леди, а леди должна ходить на каблуках. И тебе тренируют мышцы малого таза. А это такие мышцы удовольствия, чтобы как бы всегда в процессе. Мне сейчас это вообще не интересно. Дура. Показывай. Что? Обувь свою тупую. Отстань. Погнали. Три коробочки. Ну, допустим, так. Оп! В смысле? Нормальный вариант вообще. Где их прятал-то? Я это не надену. Так все, надеваем, давай. Нет. Ну, справай. Ну, не купон зашь хотя бы. Ой. А это что такое? Не открывай, не надо.
Это же неудобно, Атас. Да ладно. Ой, сыграй. Все, нет. Сыграй. Руки уберите. Я никогда не слышал настоящей музыки. Все, отдай. Все, мама мне пальцы убила. Сыграй, говорю. Я не буду, потому что эту страничку в своей жизни я перевернула. Иночка, золотце, мой график. Согласован. И Иванову нужно... Дозвонилась сегодня всем в китайском ресторане, все как он будет. Он согласился, замечательно. А мне нужно было к зубному? Сегодня в 3 водитель в курсе. Прекрасно. Ина, кофе. У вас на столе? Угу. Дина! Богиня. Дина, я потерял договор с Челябинском, мне уже ехать надо. Музыка не нравится. Я навязчивость не люблю. А следующая мелодия посвящается хмурой девушке в красных туфлях. Хороших выходных вам, друзья! Ай. Целы? Нормально. Перелом вроде нет, вывих просто. На свадьбу заживет. Но вы ее все равно приложите, когда вы придете. Вы еще и врач? Тихо, тихо. Я многограден. Вас там фанаты заждались. К нам не хотите присоединиться? Спасибо, нет. Я вас часто здесь вижу. Не останавливайтесь, не слушайте. Плохо играем? Нормально.
Просто на вашем месте студенты выглядели бы уместнее. Зато мы радость приносим людям. Прикольно. Привет! О, привет! А. Наконец! Сделай еще один. Ну ты как, пришла в себя? Нет? Не совсем. Хотела с кем замутить. С кем? Не знаю, хотя бы с Аркашей твоим. Нет, он мой начальник, я не буду. Тогда сейчас выберем. Ну, Машкут, пошли танцуй. Я не могу танцевать. Я навернулась сегодня на твоих каблуках, как дурочка, из-за тебя. Ну, овца! Настоящая леди должна уметь даже на помойку ходить, мусор выносить на каблуках. Ну уж нет, мусор на каблуках я выносить не буду. Ну и зря. Никогда не знаешь, где свою судьбу встретишь. Я надеюсь, что не на помойке моя судьба. А между прочим, помойками владеют настоящие олигархи. Ну, этими мусорными полигонами. Ну, каждый зарабатывает кто как может. Некоторые вон вообще побираются на улице. С виду нормальный мужик. Так, вот кто у нас нормальный мужик? Да нищеброд один. Каждую пятницу у меня на бульваре, я когда на работу хожу, они там играют со своей группой. Ну, я тоже люблю музыку. Но я же не стою с саксофоном, не попрошайничаю. Я бы сдохла. Я бы умерла со стыда. Так, я поняла, но нищеброд симпатичный. Аль, отстань. А что играет-то? Какой-нибудь там шансон бывает? Аль, не начинай. Я с музыкантами завязала. У этих рок-н-ролл. Рок-н-ролл! Девчулей, чего скучаем? Поехали, поехали кататься! Хочу тоже поговорить! Вы вообще знаете, кого вы закрыли? И вообще-то журналист. Да, я про вас напишу. Да вас самих закроют. Да мы сами полицию вызвали. А приехали менты. Все, дамы. На свободу с чистой совестью. Сейчас только протокол заполним. Нормально. Это ваша фишка такая. Свидетелей в камеру сажать. Вы же скандалили. Мы не скандалили. Мы вообще-то возмущались. Выбирайте выражение. Давайте мы продолжим занятие лингвистикой уже в моем кабинете. Хорошо. Куда идти? Наверх, пожалуйста, поднимайтесь. Спасибо. Проходим, не стесняемся. Садитесь, пожалуйста. Ну и пишем, как все было. Вот листы. Ручка. Я не буду ничего писать. Аль. Хорошо. Значит, Аля. Для вас Альбина. Фамилия? Медведева. Профессия журналист. Да? Как вы догадались? Ну, я же мент. Смешно. Сколько мы здесь еще будем сидеть? Ну, была бы моя воля, я вас, конечно, подольше бы задержал. Может, и наручники бы надели? Нет, зачем? Чаем бы угостил. Каким еще чаем? Самым вкусным. С пряниками. Пряники любите? Нет. Рыбу люблю вяленую. Я тоже очень рыбу люблю. Вы какую больше любите? Леща отвешивать. Я Дина Королева, если здесь кому-то это интересно. Мы можем идти? Девчонки, давайте я вас подвезу. Что, эта опция у вас тоже включена? Нет, это как раз только для вас. Как у вас говорят, эксклюзив. У кого это у нас? У журналистов, конечно. Если даже адрес не спросите.
Да точно, вы же мент. Угу. Ну, ладно, поехали. И что, поехали? А, вот в этом дворе остановите, пожалуйста. У подъезда. Ага. Помогите, помогите, кто-нибудь, помогите! А ну стоять! Помогите! Тихо, 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 все. Ваша сумка. Да, да. Берите, спасибо, пожалуйста. Большое. Пожалуйста. Спасибо, вы очень вовремя. Блин, он клевый. Ты же кто мне говорил про планку высокую? Садимся, извините, дамы. А, ну, наверное, не надо нас провожать. Вряд ли там кто-то подъезд лампочку выкручивает. Ну, если выкручивает, вы же знаете, кому звонить? Я не буду вам звонить. Вы же знаете мой номер. Вы же мент. А я позвоню. Ну, пока. Пока. Спокойной ночи! Пока, пока. День. Фирма Аркадия. Нет, Аркадия Михайловича сегодня не будет. Фирма Аркадия. Да, заказ на рефрижераторе принят. Фирма Аркадия. Yes. All good. Your fridge will be delivered in time. Yes, thank you. Ну как? Стёп, ты плакат еще что ли не повесил? Мне самой все украшать. Сейчас шеф приедет. Дай сюда. Ну, я тебе помогу. Ты в ресторан дозвонился? Сказал, что на 5 человек будет больше. Обижаешь? Конечно, дозвонился. Все ок. Стёп, скотч. Позвони еще раз. Рядом с Аркашей сядет Васильев. Ему нельзя орехи. Пусть отцы его поставят подальше. Не-не-не, мне еще что сдавать шефу, так что давай со мной. Мне еще за рок-группу ехать. Что сделаю? Юль, ну мне что еще? Шарики самой распределять? Дина, Дин. Звонил администратор группы «Ангела Рок». Музыканты не приедут. Ребята, ну вы самые крутые, самые. Без вас сегодня вообще, ну никак. Мы бы с радостью, но нас ангажировали в другое крутое место. Нам надо срочно записать аранжировку. Потом сделайте свою аранжировку. И я была первой. К вам у нас только самые теплые чувства, но шоу-бизнес суров. Давай. Шоу-бизнес, говорите? Да вы со своими понтами в шоу-бизнесе долго не протянете. Я позабочусь о том, что с сегодняшнего дня вы будете возглавлять черные списки всех компаний. Будете за копейки по бульварам плясать. Диночка, ну не злитесь, я понимаю, вышло некрасиво, но жизнь продолжается, идет дальше. И вы идете вместе с ней. Что получилось? Давай еще раз послушаем. А после дождя выступать будете? Ну, дождь закончится, будем. А что в дождь слабо играть? Ты видишь, у нас инструменты испортятся. У меня к вам разговор, отойдем? Личный? Ну, говорите здесь. Я приглашаю вашу группу выступить у нас на корпоративном. Когда? Сегодня в 7. А, нет, сегодня мы не можем. А, я знаю, у вас ссылки, вы очень заняты. Вы меня не поняли. Я вас приглашаю как настоящую группу выступить в ресторане. У моего шефа день рождения. Я вам заплачу столько, сколько вы год будете в свою шляпу собирать. Может, вам тогда лучше студентов взять? Они как раз на соседнем бульваре играют, по-моему. Вам что, деньги не нужны? Засветите заодно. Сань, в этот, да? Заберешь? Ладно, других найду. Вас таких в Москве порублю ведро.
Так, что, все собрали, Сань? Че сидишь? Ребят, выручите меня, пожалуйста. Меня сегодня ангелы рока по полной программе прокатили. Мне позарез нужна хорошая музыка. Ну? То есть вы просите нас, чтобы мы вас выручили? Если вам так удобно, то да. Ну что, поможем, ребят? Поможем? Может. Спасибо. Кто? Полиция. Это вам. Спасибо, конечно. Ой. Аккуратно. Очень мило. Я присяду, вы не против? А как вы меня нашли? Работа такая. А, ну... Мне просто статью сейчас давать. Я буду долго за компьютером. Ну вы работайте, я тут полежу, не буду вам мешать, ладно? Смокинг дома забыл. Извините. Ну. Гримерки будут? Вам еще и гримерки нужны? Да, и коньячку какую-нибудь элитненькую для связки. Да? А лимузинчик вам не подогнать, чтобы вас после концертика развезли по домам? Классная идея, да, парни? Так, значит так. Именинника зовут Аркадий. Запомните, пожалуйста. Ага. И я вас очень прошу, ребят. Ну, не налажайте, ладно? Вы профессионалы, вообще-то, не обижайте. Внимание, тост! Я хочу сказать тост. Аркаша, дорогой, я знаю тебя давно. Ты ни разу меня не подвел. Ты настоящий образец. С днем рождения. Спасибо, Роберт. Спасибо, дорогой. Спасибо, ребят. Закусывайте. Ты что такая напряженная, как ФСОшник на службе? Расслабься. Вот сейчас, если эти ребятки все нормально сделают, тогда я расслаблюсь. Да. Это не ангелы рока. Дин, где ты их нашла вообще? Ой, Стёп, даже не спрашивай. Давай. Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует группа «Рок-н-ролл по пятнице». И первую композицию мы посвящаем именинникам. Погнали. Погнали. Я хочу целовать ее целый день. Но ей за меня отвлекаться лень. Она сейчас больна, бьет мне фигуру она. А мне не до сна, я скажу с ума. Ее звонкий голос, не слышу его. Свет ясный глаз, не вижу никого. Как безумец день ото дня. Я твержу, я люблю тебя. Хочу тебя обнять, но могу лишь мечтать. Танцевать с ней целый день, но ей на меня отвлекаться лень. Она сейчас больна, бьет фикстуру она, а мне не до сна, я схожу с ума. Ее звонкий голос, не слышу его, свет ее глаз, не вижу никого. Как безумец день ото дня, и я твержу, я люблю тебя. Хочу тебя обнять, но могу лишь мечтать. Хочу любить ее целый день, но ей на меня отвлекаться лень. Она сейчас больна, пьет микстуру она, а мне не до сна, я схожу с ума. Ее звонкий голос, не слышу его,
свет, ясных глаз не вижу никого. Как безумец день ото дня, я твержу, я люблю тебя. Хочу тебя обнять, хочу тебя обнять, хочу тебя обнять. Но могу лишь мечтать. Наверное, не получали еще таких денег? Гонораров нет. Возьми. Потеряете? Мы умеем пользоваться деньгами. Сказал мужчина, который попрошайничает на улице. Мы делаем это ради удовольствия. Людям дарим радость, а они нам за это деньги платят. Зато честно. Плывете по течению жизни вольным стилем. Никак не сносит, ну, нет? Ничего, пока держусь. А вы не танцевали чего? Болит ножка до сих пор? Нет, с ногой все в порядке. Я просто предпочитаю танцевать только в кругу своих друзей. Ага. Спасибо вам большое, что выручили. Как собираетесь потратить гонорар? Секс, наркотики, рок-н-ролл? Уберите отсюда наркотики, и у вас больше времени останется на секс и рок-н-ролл. Попробуйте как-нибудь. Предпочитаю для этих двух слов мужчин из своего круга. Я, кстати, могу вас порекомендовать для корпоратива. Все-таки какая-никакая подработка. Ну, ведь спасибо, мы останемся на бульваре. Лимузин уже подан. Прощайте. Он мне сразу начал на секс намекать. Такой самоуверенный. Для своего-то положения. Нормально так. А ты на каблуках была? Да на каблуках, на каблуках. Видишь, это работает. Секс опять же. А он тебе что, вообще никак? Представь, мне кто-нибудь спросит, кем твой работает. А я что скажу? Он у меня попрошайничает на улице, песенки поет. Турдом, конечно. Хотя, может быть, статус не так-то уж важен. Ну, главное, чтобы... Ну, страсть это. Искра в глазах, знаешь. Альбина, тебя кто, уборщица покусала или официантка? Вот они пусть так и рассуждают. Кто мне про планочку говорил? Я. Я просто статью пишу сейчас. В работе. Там обо всяких отношениях между мужчиной и женщиной, там неравенство, кто больше зарабатывает, там. Траливали. Вот как раз траливали могут тебя только в чебуречную сводить. А устрицами кто меня угощать будет? Арели. Что-то я загнула. Ты права, пойду-ка я спать. Спокойной ночи. Спокойной. Доброе утро. Все в порядке? Стёп. Что, похмелье? Да. Нет. Сама у него спроси. Стой. По-человечески скажи, что случилось. Штат сокращают. Вот так. Вам сейчас нужно, и не спорьте. Диночка, присядьте, пожалуйста, на минутку. Саратовский завод нам отказал. Воронеж тоже. Из поставщиков у нас остался только Челябинск, но боюсь, что с ними мы далеко не уедем. Я до последнего надеялся, что они передумают, но
Сегодня мне позвонили. В общем, я без пяти минут банкрот. Я, конечно, буду пытаться перекредитоваться, но такой штат содержать я больше не могу. Какое планируете сокращение? Думаю, я оставлю 3 человека. Юриста, бухгалтер и кризис-менеджера. Он же будет отвечать на звонки по совместительству. А я? Дина, я вас очень ценю, вы знаете. Я даже не представляю, как я буду без вас обходиться. Но с этого дня попробуйте, так? Дина, я клянусь, как только мы встанем на ноги, я сразу же позову вас обратно. Конечно. Скажи мне, зачем устраивать супергулянку, если у тебя нет денег? Да, пожалуйста, уже успокойся, а. Просто выдохни, сядь. Ну, реально, ну, уволили тебя. Ну и что? Плюнь, разотри вообще. Я не могу плюнуть, у меня эта долбанная ипотека. Значит, сейчас мы тебе накатаем резюме. Сейчас найдем тебе работу мечты прям. У тебя же есть я, просто суперспециалист, мастер слова. Тащи, Маша. Значит, зарекомендовала себя как ответственный и незаменимый специалист. Такой незаменимый, что даже уволили. Ага. Я не только профессионал своего дела. Но еще хороший, добрый человечек. Ты вообще не помогаешь, а? Ладно, когда ты Гнесинку закончила? Не надо про Гнесинку вообще писать. Начнется опять. Вы Гнесинку закончили, а сами кофе подаете? Я у Аркаши вот натерпелась. Это чушь собачья просто. Гнесинка — это твой культурный уровень. Альбина, у меня золотая медаль и 2 языка в совершенстве. Вот это уровень. Ну, хорошо. Пожалуйста. Я могу просто написать «образование высшее». Только диплом тебе придется там показать? Вот как ты собираешься выкручиваться? Да дипломы на каждом углу он сейчас продается. Это вообще не проблема. То есть ты собираешься диплом купить? Хорошо, и какой? МГУ или... Может, МГИМО? Знаешь, один психиатр говорил, кем вы будете сегодня? Так, пиши, закончила курсы. Вот это отлично! Давай, курсы машинописи. И стенографии. Окей, а машинопись пусть будет и русская, и латинская. Да, еще я отлично печатаю на английском. И курсы дел производства добавь. Хорошо. А еще курсы тренировки развития памяти. Ну, тогда уж скорочтение. Скорочтение и суперпамяти. Да я просто гений. Ой, вообще не понимаю, ну за что тебя уволили? Пишу. Суперженщина. Да. Привет. Чё-чё? Ничего. Зря только моталась на это собеседование. Да лучше бы они сразу сказали, какая у них зарплата. Я не понимаю, на что все помощники директоров получают копейки. Только эконом-класс. Ага. Мелочью. А ты ультра-мега-дупер-нереальный класс. Ну, она суперпамять чувствует. Не расстраивайся, кружка. На твоей улице когда-нибудь перевернется грузовик с миллионом долларов. Может, зачем? Скоро даже. Ладно, пока. Давай. Тук-тук! Че сидим, кого ждем? Напугала меня. Я дверь, что ли, не закрыла? Это что за пир на весь мир? Депрессуем, значит, да? Это я забираю? Для твоей фигуры стараюсь. Так, мадам!
Вообще, сообщения-то мои читаешь? Федеральная торговая розничная сеть супермаркетов «Меркурий» ищет помощника директора. «Меркурий» — это за углом, что ли, который? По всей Москве. Они вообще сейчас лидеры продаж. И еще взяли там бренд года или что-то такое. В общем, деньги у них есть. Да. И завтра директор компании «Ветров» Игорь Александрович ждет на собеседование в 11 утра. Проверяй адрес Торскина. Я тебя люблю. А я люблю вот это. И это я эвакуирую. Ладно, тебя тоже. Я вскакала, высыпайся пока. Пока. Спасибо, Аль. Здравствуйте. Добрый день, Дин. Да. Игорь Александрович ждет вас. Пойдемте, я спрашиваю. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы? Не ожидали? Как вы здесь, то есть... Я не понимаю. Вы присаживайтесь. Я прошу прощения, я вела себя неподобающим образом. Как вы оказались на том бульваре? Ну, хобби у меня такое. Рок-н-ролл по пятницам. Могу себе позволить? Видимо, да. Простите, я поэтому. Я вас не отпускал. Сядьте. Так, значит... Коммуникабельно и ответственно. О, еще и суперпамять. То есть вы хотите сказать, что вы лучший помощник директора в городе? Да, это я. Что ж, мы это проверим. А пока идите в отдел кадров, оформляйтесь. Это что, шутка? Нет, это благодарность за приглашение на корпоратив. Мы добро. Не забываем. Можете идти. Я себя чувствую такой дурой. Ладно, хорош. Перестань себя накручивать. Ну, кто мог распознать в этом, прям-таки, нищеброде крупного бизнесмена? Тебе легко так говорить. Вот представь, я пришла и вижу его. Я там чуть со стыда не сгорела. Я его еще на корпоративе сватала. Это вообще жесть. С другой стороны, я никогда не верила в поговорку, что встречают по одежке. Я только не понимаю, почему он меня все-таки взял. Ну, как раз это понятно. Он просто решил на тебя отыграться. Да, ну нет. Ну, конечно. Устроит тебе жесткач по полной. Так что сама попросишь об увольнении. Ну уж нет. Он хотел лучшего помощника директора. Он его получит. Это тост. Ночью в безумном городе большом тайну любви разгадывает он. Тени слились в полночной тишине. Кто знает наяву или во сне? Кто знает наяву? Кто знает наяву или во сне?